Всем привет! Еду на очередной коп. Земля еще, правда, не везде отошла. Но сейчас поеду в одну деревню, как бы. Мы уже туда с разведкой ездили. Вот. Покопаюсь еще, посмотрю, что там. Может, еще интересного выскочит. Так что снег еще лежит у нас, как вы видите. Но на полях его уже нету, просто поле, я говорю, еще не все отошло. Ну, посмотрим, может, сегодня какие-нибудь находочки и будут. Так что приятного просмотра, друзья. Ну все, приехал я на первое место. Чуть-чуть УАЗик запачкал свой, но ничего страшного. Поля уже практически все отошли. Буксует, как этот. Ну и вот первое место. Ребята тут по зиме форвардами расколупали. Собирались и сюда ехать. Но я впервые их залез сюда. Сейчас посмотрим, что тут получится найти. Вон тут они как хорошо рассадили. Но первая находочка сразу лежала сверху. Вот. Серебряная монеточка. Сейчас мы ее аккуратненько помоем здесь. Вот она у нас. 15 копеек. Тысяча 809 год. Серебряная монеточка. Будем дальше искать. Хорошо, что я раньше них сюда залез. Вылез вот такой вот топорчик целенький. Очередной топор в коллекцию пойдет. Приехал я на второй хутор у них. Он тут тоже все перекопано форвардом. Но здесь как-то не так хорошо, как на том хуторе. И вот первая находочка. Прошелся. Решил посмотреть сначала. И целенькая бутылочка вот такая маленькая. Без надписи. Но вот сверху трещинки небольшие есть, но все крепко, все держится. Вот сейчас буду с металлоискателем тут носиться. Посмотрим, что здесь найду. Нашел еще вот такой флакончик один. Маленький. Совсем. Тоже целенький. Так что вот. Здесь больше практически... На том хуторе я ничего практически не нашел. Он пустой весь, как этот. Вот здесь вот тоже я больше особо ничего не нашел такого интересного. Вот там вот получается, вот там вот какая-то постройка была. Видимо, тоже дом был. Вот оттуда я этот пузырек и принес. А вот там, вот где большая вот стенка леса, ну я вон там схожу, вам сниму. Там, походу, была конюшня. Вот, и находки те вам покажу попозже. Ну вот, я пришел к тому месту, где была примерно конюшня. Вот, наверное, конюшня была, потому что... Вон тут всякий топорик, он маленький такой, но, правда, сломанный. Видимо, подкова была у него повешена, кто тут жил. Тут цепочка вот, у него она загнута так. Вот. Еще одна тут подкова. Вон тут телеги, я так понимаю. И вот, походу, тоже от телеги, латунная такая вот. Думал, они всегда только были из железа. Нет, оказывается, еще латунные были. Вон, пластины какие-то железные. Увесистые такие достаточно. Вот. Ну, сейчас пойду к тому месту. Посмотрим, что там получится найти. Тут я вроде бы все подвыбил. Конечно, осталось еще, наверное, что-нибудь. Но больше интереса нет здесь. Нету к этому месту. Съездил Сашка, покопался немножко. Надо керхер доставать. Такая сторона вообще там еще хлеще.
вот, в принципе, закончился мой сегодняшний коп. Удалось найти одну монетку только серебряную, ну и кучу металлолома. Вот. Валик весь вообще грязный, как черт пойми что. Ну и шмурдяка набрал всякого. Вот. Так что все, кому понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи.